Сызранский НПЗ полностью перешел на производство дизельного топлива стандарта Евро-5. Ожидается, что уже в мае будет выпущено около 205 тысяч тонн продукции этого класса. Как сообщают в пресс-службе завода, полный переход дочернего предприятия Роснефти на выпуск дизельного топлива высшего экологического стандарта раньше сроков, предусмотренных российским законодательством, стал возможен благодаря реализации технологическим персоналом НПЗ ряда технических решений, таких как изменение технологического режима на установках гидроочистки дизельного топлива и подбор соответствующего состава сырья. Напомню, в марте этого года Сызранский НПЗ перешел на выпуск автомобильных бензинов самого современного стандарта. Таким образом, теперь предприятие выпускает топливо, которое полностью соответствует экологическому классу Евро-5 техрегламента Таможенного союза. Добавлю, в настоящее время на СНПЗ реализуется масштабная инвестиционная программа по модернизации производства. Это позволит увеличить глубину переработки и повысить экологическую и промышленную безопасность. В составе программы 8 пусковых комплексов. Силами нашей команды были внедрены лучшие практики, учтен опыт отечественных предприятий, лучшие практики мировые по переходу на выпуск топлива Евро-5. Запланировали, поставили себе амбициозную задачу и в срок и с ожидаемым эффектом, который мы сами себе ожидали, выполнили эту задачу.